Пик, высота 3800. Здравствуйте, уважаемые любители летных видов спорта. Мне кажется, наступило самое время немножечко пошалить. Я давал себе зарок, что никогда не буду снимать новые видео, пока не спонтирую старые. Но вы знаете, когда вот прилетаешь и видишь вот такую красоту, ну как можно пройти мимо этого? Выщипайте мне все перья, но я должен это вам показать. Вот эта вот линзочка, которая образовалась, ну, сейчас верхний ее край на высоте 3800. Сейчас мы к ней подлетим, то есть план ролика такой, мы к ним подлетим и начнем шалить. Попадем в обледенение, может, капельку немножечко, потому что я люблю протыкать линзочку, в этом случае на крыле образуется лед. О, под нами, кстати, Гала или Глория на фоне земли. Из-под этих всех облаков идет волновой дождь. Волновой, потому что их раскачивает ветром, а ветер дует иначе 63 км в час. Со той стороны, откуда крыло показывает. И вот так вот тут у нас все весело. Погода бомба. Может быть, для пипистреля даже бомбее, чем нужно. Но в целом все хорошо. Кстати, вот даже возьми ручку вот так. По дуге вот так лети, как я летел. Хорошо, моя ученица сейчас рулит. Вот вам волновой дождь, например, смотрите. Серенькая. Настолько сильно опускается воздух, что не успевает прям превратиться в пар, превращается сразу в дождь. А вот здесь домик, видите, где-то тут он, перевал Наполеона. Такой карьерчик. Надо очки снять. Очка плохо я вижу. Друзья, вот слепой стал. Ладно, на следующем круге покажу. Так, а без очков-то насколько сильно солнце-то слепит. Вот это да. Я-то думал, что так красиво. И, кстати, в очках красивее, скажу честно. Но придется, видимо, без очков улетать. Так, вот это пик Дебюр знаменитый, с горнолыжным курортом. Дальше, собственно, горнолыжный курорт вам частично видно. Потеем, я на него включил вентиляцию посильнее. Кто-то вчера злоупотреблял напитками, мне кажется, на нашем, не на нашем борту, а в нашем экипаже. Конечно, это не я. Расфокусируется даже камера. Представляете, фокусируется непонятно на чем. Так, перевал Наполеона. Где-то вот здесь. Вот там такой домик. И говорят, сам Наполеон там ночевал. Где-то тут. Ну ладно. Пес с ним, так сказать, где он ночевал. Начинаем шалить. Проверяем камеру. Так, задам пару вопросов. Ты готова немножечко пошалить? Почему? Я не люблю линзы. Не что, не любишь риск? Да, опасно. Ну правильно, значит, она я шалить. Люблю обледенение. Шалить она не любит, я-то люблю. Смотрите, набираем скорость и на пипистреле делаем такую кракозябру. Смотрите, я теряю скорость и разворачиваю морду пипистреля в облачко. Это называется бабочка такая. У-у-у. Тут главное не перешалиться, не превысить скорость. Зачем я делаю такую бабочку? Ой! Нет, не то включил. Видите? Это работает у нас. Видите, у меня на ручке куча кнопок. Если я не туда жму, у нас навигатор что-то не то включает. Да, ее, конечно, хватит. Голову поставил куда-нибудь. Видите? Все, куда-нибудь пусть ведет нас. Так, теперь смотрите, вот она. На этих легких шалостях я снизился до линзочки. И скорость моя 150 км в час. Я сейчас делаю вираж с кратковременным прорезанием самого краешка. Вот так, смотрите, так вот. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Так как я... О, вот она эта. Тень наша на облаке. Жмук. Вот, сейчас, по идее, на крыле должно образовываться обледенение. Ну-ка, выскакиваем. Чпок, смотрите, есть лед небесный? Ну, нету. Слишком крыло... Слишком крыло теплое. Не получилось. Прошу прощения. Ну, Игорь, сейчас. Пожалуйста, хватит линзы. Спокойно. Кто командир воздушного судна? Цыц? Видишь, что будут мне тут советовать, как летать. Так, там вот, кстати, следующая линза есть. Сейчас мы левым кругом попробуем. Эй, смотрите. Будет еще красивее. По касательной. В линзу-то я не полезу. Видите, у меня ученица не хочет в линзу. Придется вывод. Напишите ей в комментариях, чтобы ей стыдно было, что она срывает нам контент такой. Оп. Вот смотрите, да по самому краешку. Так что вообще
Только крылышко засуну и все. Ну, конечно, вот эти тапки на фоне облака, это я обожаю. Оп, это нам сигнализация оверспид. Типа мы превышаем разрешенную скорость. На самом деле еще запасик есть. Ну-ка, не образуется. Литку не получили. Ну ладно. Так, какую бы еще шалость сотворить? Вы представляете, так-то обычный полет на пипистрелле скучный. Ну вот так вот набрался на 4 километра, летишь себя в атмосферной волне. Тоска зеленая, не поверите. Ну, я шучу. Как это? Как говорит мой друг Бенос? Да шучу я, шучу. Тоски зеленой, конечно, нету, потому что пипистрель — это летательный аппарат с качеством аэродинамическим хоть и 40 в теории, но на практике, конечно, когда сильный ветер, давишь на нем 180, снижается он достаточно значительно. Качество аэродинамического стремительно тает с ростом скорости. То есть пипистрелевская скорость 140 где-то, а мы иногда летаем быстрее. Но в остальном аппаратом я безумно доволен, даже вот сегодняшний ветер. А какой ветер дует? А я вам сейчас покажу. Вот. 63 километра в час. И, кстати, о батарейке. 90% заряд батарейки. То есть мы сегодня взлетели и умудрились набрать необходимую для полета высоту из расходов всего лишь 10% батарейки, то бишь 1 кВт-час электроэнергии. Вы можете написать в комментариях, сколько же стоит 1 кВт-час электроэнергии у вас в вашей местности, и посчитать, сколько же мне обошелся этот полет. Ресурс батарейки 10 тысяч циклов, в принципе, она вот эта, именно эта химия должна ходить. Соответственно, можем разделить 1000 циклов на стоимость батареи. Ну, порядка 20 тысяч евро, если брать фирменную, и 10, если делать самому. Поэтому, ну и плюс, что вы же считаете цикл, то есть это не один полет, это несколько вылетов на одном заряде батарейки. Соответственно, можно посчитать, что экономическая составляющая присутствует хорошая. Вот. Пипистрель прекрасно разгоняется. Вот сейчас вам покажу, как он летает со скоростью, ну, например, 180. Вот так шурует, так как мы в волне, то и снижения никакого нету. Такая скорость, конечно, повторю, ему не нравится. Видите, загорается надпись «Оверспид», хотя еще до конца этого самого сектора достаточно далеко. Но это правильно, что так настроено, потому что пусть лучше будет. Теперь вот скорость бросим, например. Я вам покажу, как пипистрель летает медленно. Видите, закрыло в ноль. Смотрите, как он красиво. Вот, его любимая скорость для парения 80. Но он летает спокойно медленнее, то есть может спокойненько лететь, например, на 70. Вот, 70. На 70 начнет трястись. Трястись ему не нравится. Вот видите, он трясется. Вот слышите, какой трясун? Вот трясучка. Это очень ярко, так сказать, сейчас чувствуется. Он говорит: придурки, вы что? Игорь, в перспективе вас ждет сваливание. Мы же должны, мы же должны сваливание освоить. Вот. Вот так он сваливается. Дальше ручку отдаешь, он летит прекрасно, не торопясь дальше. Вообще ничего при этом не происходит. За то время, пока мы шалим, у нас развалилась линза. Видите, она все время дышит, меняет свое положение. Так и зовет в нее зайти хоть еще разочек. Но мы так делать не будем. Мы же смелые пилоты, но не отважные. Так, что могу сказать по поведению пипистреля? Ветер 63 км в час. Конечно, вот опять вам это Глория. Не нравится ему такой ветер, потому что аппарат легенький, он пустой, весит 300 килограммов без батареек, с батарейками 370. И, конечно, мечтал бы я в сильный ветер, чтобы этот аппарат был потяжелее и лучше слушался, меньше, так сказать, был подвержен влиянию ветра. Но в целом я справляюсь, и, конечно, в совсем жесткую погоду, когда там адские порывы, не летаю, но 63 км в час вполне себе рабочая штука. Вот хочу я вот туда сейчас летать. Видите, там такая красивая завитушка завилась. Где наш аэродром? А вот там вот. Эти там за облаками, мы туда сейчас перепрыгнем и пойдем потом домой.
когда нашалимся окончательно. На самом деле ролик приближается к 10 минутам. И, как говорят, это идеальный формат Ютуба, чтобы что-то сказать, что-то рассказать. И при этом, так сказать, не надоесть еще глубоко уважаемым любителям лёгких видов спорта. Что еще? Можно было бы сходить на ту сторону долины, можно было бы еще много чего, но я забыл кислород. На самом деле забыл заправить кислородный баллон, и поэтому выше 4 километров не взял. Ну, мне неудобно его тут крепить, в общем, и в кислороде осталось 50 атмосфер, и решил ради 50 атмосферы 10 минут подышать кислородом, зачем мучиться. И поэтому мы вот как дураки летаем без кислорода. А могли бы сейчас с кислородиком дышать, от кислорода так кушать потом хочется. Таким мясо кажется в 2 раза вкуснее. А, так сказать, коньяк в 3 раза слаще. В общем, всякие одни плюсы. Витя сидит сердитая. Друзья, если вы любите шалить, приезжайте шалить. Я вам такого покажу. Мне главное такого напарника, который ничего не боится. Наталья на самом деле ничего не боится, она это больше на камеру играет, что она серьезная, раздолбай. Это неправда, я очень серьезный. На этой оптимистичной ноте я с вами говорю до свидания. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Опа! Держу ручку, я выключать видео буду. Видишь, как это...